Портрет качества оказания медицинских услуг. 205 нарушений выявили с начала года в ходе проверок объектов здравоохранения региона. Об этом шла речь на очередном брифинге в антикоррупционном ведомстве, на котором побывала моя коллега Гульнара Кали. В этом году на оказание медицинских услуг в нашей области из республиканской казны выделили почти 6,5 миллиардов тенге. Распределили бюджетные средства между государственными и частными организациями здравоохранения. Благодаря этому североказахстанцев лечат бесплатно, рассказал на брифинге журналистам руководитель регионального отраслевого ведомства. В этом году за 8 месяцев 824 пациента получили высокоспециализированную медицинскую помощь. Каждый центр, если в 2010 году они сделали всего 3 операции на пороке сердца и сделали коронарное шунтирование 43, то в этом году они сделали 379 больным. Это в 2 раза снизило смертность. Несмотря на положительную динамику, нарушения в сфере здравоохранения есть. 205 зарегистрировали с начала года во время проверок специалисты Департамента контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Выявили их в 11 медицинских учреждениях нашей области. Больше всего на некачественное оказание медицинской помощи. Статья 80 административного кодекса предусматривает такую ответственность. Это нарушение правил и порядка оказания медицинской помощи и несоблюдение медицинскими работниками должностных обязанностей. Практически третья составляет это отсутствие сертификатов специалиста у медицинских работников на момент проведения проверки. Рассказали журналистам и о жалобах североказахстанцев на качество стоматологических услуг. Из 4 обращений 2 были обоснованы. Виновных привлекли к ответственности. Специалисты департамента в отношении медиков, допустивших нарушения, составили 43 протокола об административных правонарушениях. Ксения Куценко, Гульнара Кали, Михаил Казначеев. Новости МТРК.